Друзья, всех вас приветствую! С вами Татьяна Кожевникова, основоположница интимной гимнастики. И сегодня я с вами хочу поговорить о очень интересной теме, волнует, конечно, это каждую женщину, о женской и сексуальной энергии. Эти две разные энергии, которым владеет каждая женщина и может наполняться каждая женщина, ощущать эту энергию и гармонизировать. Женская энергия, она более мягкая, текучая, чувственная, нежная, такая обволакивающая, сексуальная, огненная, жгучая, яркая, притягательная, которую можем направлять наш финансовый успех на творческую реализацию. И, конечно, каждая женщина хочет и женской энергией обладать, и сексуальной, ощущать их и понимать, в какой момент жизни она может регулировать эти энергии. И для этого я вам всегда даю очень много практик. Это медитативные техники, энергетические практики, и, конечно, тренировка интимных мышц, так как женская энергия начинается с нижней чакры, мы наполняем, и сексуальная, конечно, с нижней чакры. Потом этой энергии мы с вами можем трансформировать, повторюсь, на реализацию своих желаний и, конечно, для того, чтобы создавать гармонию в семейных отношениях. И, кстати, эти две энергии можем дарить своим детям, чтобы наши дети были здоровы, эмоционально стабильны, радостны, уверенные в себе. Так как же ими наполняться и как их ощущать? Для этого, конечно, мы делаем различные с вами практики, для того, чтобы, девчата, вы глубоко погрузили свое тело, умели расслабляться, ощущать эту текучую энергию. И, кстати, энергия женская может быть очень мягкой, очень плотной. Она как мед растекается по вашим центрам и заполняет вас этой сладкой, я всегда говорю, липкой такой энергией, что, конечно, нравится мужчинам. А сексуальная энергия, она огненная, она горячая, жгучая такая. И тоже через раскачку нижнего центра мы распределяем эту энергию. И иногда мы можем, я тоже часто говорю, как будто мы заливаем это водой, эту энергию. Да, мы разогрелись, раскочегарили себя, а потом уже немножко ее приглушить, да, чтобы чувствовать себя комфортно, потому что эта энергия, она очень много дает энергии окружающим людям, и, конечно, много от вас требует ваших ресурсов для реализации. И у нас на эту тему будет, конечно, мастер-класс 26 января в 19 часов по московскому времени. Мы 2 часа будем заниматься волшебными сакральными практиками. Это будет и тренировка мышц малого таза по моей новой системе, конечно, моей новейшей медитации, энергопрактики. И вот эти 2 часа мы будем с одной энергии перетекать в другую, с одного состояния в другое, чтобы вы могли в социуме максимально распространить, скажем, эту энергию женскую, да, наполнить всех вокруг людей, с которыми вы находитесь, да, чтобы они стали более спокойные, особенно женщины чувственные, и в то же время умели сохранять в себе эту энергию, дозированно ее давать, и также сексуальная. Сексуальная энергия, она взрывная, и вы можете быстро решать различные ваши сделки, притягивать нужные ситуации в жизнь, и, конечно, наполнять своего мужчину, чтобы у него в жизни был успех, и реализация для того, чтобы он для вас давал все благости жизни. И как же эти энергии перетекают одно состояние в другое состояние? Мы рисуем с вами такой рисунок очень красивый, да? И во время занятий на мастер-классе мы будем с вами этому учиться. И каждая женщина может овладеть этой энергией, вспомнить эту энергию, потому что каждая из вас имеет свой код женственности, свой код женской сексуальной энергии. И часто мы просто забываем об этом, мы не ощущаем ее и не умеем ей управлять. Так вот, на мастер-классе мы с вами еще больше будем погружаться в эти волшебные практики. Ссылка на регистрацию на мастер-класс в описании. И сейчас я хотела бы вам дать небольшую, маленькую женскую практику, чтобы вы ощутили, что она действительно, эта энергия у вас есть, что вы можете наполняться и себя гармонизировать. Руки положили на область маточки, левая вниз, правая сверху. А на область маточки, большие пальчики на область пупочка. Устраиваемся удобно, может быть, положение лежа, положение полулежа. Ноги вытягиваем.
Кстати, можно это делать практикой на работе, если у вас есть возможность там 2-3 минутки уделить себе. И спокойно подышали. Разгармонизировались, перешли в ощущения и фокус внимания перенесли в нижний центр. Мягкий вдох и мягкий выдох. Хорошо. И как только вы почувствовали расслабление, ушли внимание в нижний центр, мы очень мягко, деликатно подтягиваем с вами область промежности, мышцы промежности. Начинаем их сокращать, слегка подтягивать, сжимать. Естественно, вход во влагалище сокращается, да? Немножко область ануса-сфинктера втягиваем в себя. И наши половые губы мы начинаем подтягивать, закрывать наш священный женский храм, да? Закрыли, сжали, держим напряжение несколько секунд. И очень мягко, очень медленно расслабляем наши мышцы. Расслабляем также ягодицы, бедра, они слегка сжимаются. И направляем вот это расслабление и ощущение тепла, плотности, вот этой медовой вязкой субстанции, ваши половые губы, такое ощущение, что они у вас немножко набухают, да? И распределяем этот поток тепла, ваши гениталии, половые губы, промежность, вниз живота, как глубоко в тело. Вдох, снова мышцы подтянули, промежности сжали, входа во влагалище, анус в себя, половые губы подтягиваем, закрываем, сжали, медленно-медленно, руки на животе, расслабляем, мягко-мягко расслабляем и посылаем вот этот поток медовой, теплой субстанции, плотной, распределяем в область половых губ, промежности, в животик, прям раскрываемся, раскрываемся. Очень медленно, девчата. И поймайте, что вот это распределение этого потока тепла, мягкости, медовой субстанции равномерно по вашим гениталиям. И так несколько раз. И расслабили. Прям заполняем все внутри. Как только поймали это ощущение, еще разочек. Сократили, сократили, сжали, держим. И медленно расслабляем. И как только пошли на расслабление, поймать ощущение, что вы, погружаясь в эту теплую воду, да, как будто вы ныряете в тепло, окутываете себя этим теплом, расслаблением. Или можно представить, как будто вы закутаете себя в одеялко. Или в кокон световой, да, теплый, чтобы эту энергию сохранять. Свое поле держать в чистоте и в своих женских вибрациях. Вот такая мини-практика, которую вы можете использовать. Ну и более подробные практики, конечно, будут на мастер-классе. Всех вас жду. Желаю вам здоровья, счастья, любви и, конечно, гармонии в семейных отношениях.